Всем привет, на канале «Пиратская жизнь». Идем гуляем. Как здорово на Покровке сегодня. Суббота. Народа много гуляет. Последние денечки, можно сказать. Теплые. Здорово так вообще. У нас это романтик продолжается. Прикольно, вел прям рюкзаком, да? На улице вообще погода супер. Идем, прогуливаемся, калории сжигаем, которые наели. Но, тем не менее. Музыка. Приезжайте к нам в Нижний Новгород, погуляйте. Здесь очень красиво, здорово, весело. У вас активная вечерняя жизнь. Нет, мне часы не надо. О, вон, смотри, он открыто. Танцевальный этот кружок. Вау, да. У нас, по-моему, последняя неделя, да? Осталась такая нормальная погода. А нет, потом все. Следующая неделя. Потом дожди. Потом осень. А потом опять тепло, а потом опять дожди. Да. Золотая осень. Последние денечки догуливаем. Красота. Так здорово. На сегодня день какой-то, по-моему, счастливый. Удачно. В общем, все для нас любимых. Все для нас красавчиков. Ну, нам любимым красивым можем. Так приятно было посидеть в ресторане с мужем. А, с мужчиной. Пусть даже он и муж. Все равно. Очень приятно. Красота. Сделала себе сама красавчика. Вот так вот. Пришел ко мне старенький, плюгавенький, седенький, беззубенький. Сделала себе красавчика. Нет, зубастый. Теперь да. Попы отращивают. А мы гуляем. Наслаждаемся жизнью. Полным ее проявлением. Ловим позитив. Вообще выбираем ресторан жертву на следующий раз. В Шоколаднице мы были. В Юнион Джеке были. Вот в Тарелкине, кстати, не были. Вот там вот на втором этаже. В Маджестик, Маджонг были. Вот, смотрим, куда можно в следующий раз сходить. Я тут наметился местечко. Вот это снизу. А здесь, кстати, музыка хорошая играет вечером. Нет, вон, внизу. А вот это? Ну, может, здесь там. То же самое, что в начале, только меньше. Да. А вообще тут на Покровке, конечно, много всяких заведений прикольных. Ну, цены, конечно, туристические. Там, походу, эти играют, ребята. Которые... О, кстати, в китайской забегаловке мы так и не были. Ну, мы что-то тогда цены посмотрели, такие охренели и дальше пошли. Мы глядели утку. А вот этот бок вафля мы в другом были, когда по-другому назывался. Мистерчу. Сизолень, вот тоже крафт-бар. Сизолень – это бар. Ну да, он нам не очень интересен, потому что там чисто побухать. Там и чуть-чуть закусить. Это место, это ж не утка. Ну! Для студентов. Что же страшные? Там пиво там. Ну, да. О, надо еще этот самовар до утки сходить. А то народу. И освещение мне очень нравится у них. Очень хорошее освещение. Да. Вот это вот. Пока еще тепло. Вот здесь посидеть. Они, смотри, как прикольно приносят чайник на этом. На самоваре. Классно. Не, походу там кто-то такой нормальный играет. Паша еще звал играл. Может быть. Такая атмосфера. Вечером.
Я найду тебя, ведь без тебя день ко мне так. Ты просто полети ко мне так. Я знаю, будет нашим это не так. Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. So. Без тебя не так. Блин, Вован, конечно, такой Вован. Не любит он всех этих телячьих нежностей. Не любит он, когда, когда ему, к сожалению, проявляешь нежность за романтику. Ты холодный тип. Но любовь проявляется в другом. Это не апельсины теперь. Это у посолиста с апельсином. Это не апельсины. Ну, пофиг тебе. Ребрендинг. Кешкин драм. Да? Ребрендинг. Ну, солист из апельсинов. Вот такого он, вот уж... бегает из группы в группу, блин. Значит, что-то с ним не так. Что же с ним не так? Не, по-моему, кстати, вот на гитаре там что еще? Старые разные, гвардии. Разные. Не знаю, не буду утверждать. Разные. Вредный человек вообще. Вредный человек. Вредный. Не любит он телячьих нежностей, проявления чувств на людях вообще. Такой. Еще на камеру. А? Вот так вот. Такой муж у меня. Холодный тип. Зато, девочки, знаете, вот все вот эти вот телячьи нежности. А потом он вам изменяет. А мой меня не изменяет. Он всегда со мной. Это мы не любим телячьих нежностей. Да. О-о-о, смотрите, вон, видите, как идет мужчина. У него двух ног нету. Бежит. Да, прям бежит, ё-моё. Да. Добрый вечер. И вы можете сказать, что у этого человека нет двух ног. Честно, я не могу сказать. У него нету. У него нету двух ног. И как он хорошо на протезах ходит вообще. Удивительно. А потом приходит на парковку, садится, снимает. И все. И потом, помогите инвалиду. Олигархи. Олигархи, да. Не, он, знаете, очень оптимистично. Вот нет ног, но тем не менее, он очень оптимистично относится к своей проблеме. И как бы, ну... Он уже ее проработал, пережил и так далее. Прекрасный вечер, прекрасный, просто обалденный. Идем гуляем. Что-то патрулей, кстати, много. Заметил? Выходной, потому что очень много патрулей. Дичь творят некоторые. Что будет закрыто? Нижневолжская, Верхневолжская, Минина, Зеленский, Речной и прочее. И что там? И Канаинский мост еще. А там будет марафон. Завтра о, смотри, будет. Даже он написан 13 километров. Пойдем пешком. С 7 и до 20 часов. Пойдем пешочком. Все закроем. Пешочком. То есть здесь уже не погулять, здесь будут бегать. Угу. А это в честь чего? Марафон? Да. Ну, там можно прочитать сейчас. Как там люди уже это пишут? Эти марафоны. Вот пускай говорит, Подожди. На, Лига. На заводе. Лига бегает. Героев. Вот, 13 километр. Пускай, говорит, на автозаводе бегают. Там большая, кстати, много. Территория, да. Да. Чего быть в парке он в Швейцарии не бегает? Нет, вот 42,2. Вон, видишь, здесь 42,2. Вот и нет. Все. А у нас свой марафон. Одни покалечили вот это все. Угу. Слушай, мы вчера вот тоже пошли гулять вечером. И
такая погода была классная, ну, блин, уже поздно было. А сейчас вот красота. Сейчас идем гуляем, вообще такой кайф. Ребята, последние денечки, не сидите вы дома. Гуляйте. Вот, просто дышите воздухом. Потом будет плохая погода, потом мы сидимся. А сейчас будем гулять. Что я говорю, вот можно было бы сейчас на общественном транспорте, но мы делаем свой марафон. Вот, чтобы худеть дальше. Вот, чтобы наслаждаться. И все. Вот я, например, знаете, вот съела вкусные роллы. При этом вот сейчас похожу, и следа от этих роллов не останется. Вот так вот. Что я их все сожгу. В приятной компании. Идем с Вовкой болтаем. Мой холодный зверь. Мой ласковый и нежный зверь. Идем с Вовкой обсуждаем. Говорю, вот сейчас похудею. Все у меня провиснет. И все. А если сделаю потом, может быть, операцию. Вот. И это, сиськи подкачаю. И сделаю такие большие шарики. И все. Сделаю себе силикона загоню. И будет такая прям крутачка. Так что не хами мне, батя, мужчина. Че? Брошу тебя, сделаю себе сиськи. Где? И уйду к олигарху. Кто тебя возьмет к олигарху? Все заняты. Там заняты? Там такими силиконовыми ходят. Ну, сделаю себя красотку. Больше, чем вот... Лолы. А то вот ты вот никому не нужен будешь после меня. А хотя нет. Как раз олигарх. Но... Ты олигарх просто? С какой перепуг-то? С такого. На чем разбогатеть собрался? На том. Ё-моё. Буду продавать олигарх. Эксклюзивы. Про меня, да? Тоже будешь про меня сплетни распускать, да? Ах ты какашка. Не, я буду эксклюзив. Эксклюзив? Да. У тебя фотки есть интимные, что ли, со мной? Шевки! 60 тысяч каждого. Фотки. Что-то дешево. Ценишь её? Долларов. А, ну да, ну это нормально. Там я такая, давай это сегодня как раз я фотосессию сделаю. Потом продашь. Так, 50% моя, если что. Ничего, мы даже после развода, если честно, договоримся. А, так, у меня тоже, кстати, есть твоя интимная. Нет, у тебя. Есть, я есть, есть. Я все удалил. Нет, у меня все есть. Я все удалил. Не, есть. А я запрятала. А я удалил. У меня в облаке они. Ничего не знаю, я и в облаке у тебя лазил. Ты обесчестил мое облако? Как ты мог? Ты нехороший человек вообще. Ой, вот так вот, девки. Все, похудею, сиськи провиснут. Ну что, силикона загоню. Будет нормально. Что там? На втором этаже. Ой, красота. Погода такая классная. Какой-то город. Слушай, вот так вот смотришь. Чистый асфальт. Аккуратные. Вот эти вот. Как для людей-то называют? Вот это как называется вообще для людей? Вот тротуары, это... ё-моё. Вот это вот как называется? И вспоминаешь Таиланд, там вот таких вот территорий вообще нету. Там вот идёшь... Там территория маленькая. Там идёшь, везде всё наставлено, накложено, где-то что-то бегает и прочее. Пищит. Да, пищит. Жарится, запахи отовсюду. А у нас, конечно, прям чистота, прям красота. Еще так сделали хорошо. О. Красота. Ну, у них по-своему, у нас по-своему. Зато у нас, видите, есть где гулять. И все он гуляет по вечерам. А там все сидят. А там все на машинах. Машины плюс возле моря сидят, да. Вот так вот. Ну, поэтому у них вот этого нету, а у нас есть. Да. Потому что как они думают. Мы вроде как богатые русские, да? Но да. В то же время бедные только из-за того, что мы ходим. Пешком, да. Хотя на самом деле, то, что можешь позволить себе прогуляться, значит быть здоровым в первую очередь. Это и есть признак богатства. Да, быть здоровым – это признак богатства, я считаю. Красота. Поэтому я говорю, вот вы говорите, что он в машине не ездит и так далее. А я потому что хочу походить. Пешком. Так. Такие вот признаки богатства. Нравится вот это здание, такое красивое. Отреставрировали. Два этажа, это до 24-го года было, а после 24-го в советское время застроили еще два. Угу. Ну, видно, отличается. Ну да. Вот вкладка. Пятерочку.
прогуляться. Посмотрите, что здесь у нас вкусного есть. Вот, забрали еще кофе. Забрали крем для ног хороший. Да, ну что-нибудь взять. Чего? Что-нибудь такое вот солененькое. Не знаю. Нет, я не к пиву. Я вообще. Вообще? Да, на ужин, я имею в виду. Ты что думаешь, я наелся роллами? Mm-hmm. Ты сам не наелся нифига. Поэтому я выдумаю, что-то такое взять вкусненькое. Колбаса у нас полно всякой разной. Семки, не семки. Пиво, не пиво. О, кстати, смотри, безалкогольного. С какой выбор хороший. Вот это что ли, немецкое тебе нравится? Да. Да. Ну окей, все. Я боюсь, если сейчас еще пиво куплю, тебя вообще как хомячка порвет от счастья. Я вот здесь хотела что-нибудь посмотреть. Какую-нибудь солености. Узбекскую? Что-нибудь вот такое взять, но я боюсь, блин, он не стоит давно. Ну тогда пошли до спара. Там в спаре что-нибудь возьмем. Давай-ка что-нибудь вкусненькое найдем. Я там овощи возьму себе на гриле. А здесь пятерки, ну, не знаю. Такое себе. Мне, кстати, овощи не нравятся. Пятерки. Не очень хорошие. А здесь вот что-то вкусное. Тунцы. Легко. Какие прикольные. Полосатенькие. Все, кофе забрали. Что забрали? Там все здесь. Куда мне муж ушел? Взял, ушел. Я думаю, где муж? Кыш отсюда. Кыш. Кыш. Фу. Сюда. Фу. Ушел отсюда. Я сказала. Не трогай. Бяку. Так, ничего нам не надо? Думаю. О, смотри, хугарный черри. Прикольно. 39. Ну, он как лимонад. Так, да, мне не очень нравится. Именно так. Жигули, он мои жигули. А что еще есть вкусно? Бат. А Стелла Артуа была, они же забрали все. Стелла Артуа также на 33. Был. Так, ну ладно. Брали по 29. Это очень выгодно. Ну ладно, пойдем тогда до пятерки догоним. Тоник. Это типа Швепс? Тоник. Новый. Он горький, да? Не знаю. Сколько у него калорий? Так, 90 калорий. 15 калорий. Что-то какой-то... Углеводов. Что, возьмем? Побаловаться. 15 калорий. Ладно. Не... Ну-ка, что ты там за кофе-то заказал? Давай показывай. Он вся спина мокрая. Так. Это ты себе такое, да, скажи? Да. Угандийский. Рабочий. Это у меня три штуки. Это в разных вкусах. Рафаэлла, Бейлис, еще какой-то. Вот. И крем. Вот такой. И миндальный этот. Для ног. Ну и таблетки. В общем, вот. Такие дела. Все. Моя хорошая, люблю всех, целую. Всем прекрасное настроение. Мы увидимся с вами на мукбанке. Конечно же, мы еще пожрем. А мы увидимся в следующих. Всем хорошего настроения. Пока-пока.